Наверное, ребята, это «Прощай, Буйках». «Прощай, Вожжение строй». «Прощай, Лос». «Прощай, все мои старые сериалы». «Добро пожаловать в новый». С сегодняшнего дня я случайным образом удалил Майнкрафт в первом пространстве, на котором стоит родительский контроль. И он больше не будет его существовать. В 2017 году я его скачал. В 2022 году он скончался. Артём. Чё? Пожалуйста, приди ко мне. Просто не понимаю, как это такое могло произойти. Просто называется «Килл всем моим». Артем Скрим 152. Артем Скрим. Окей, голос, заткнись! Точку Юванипа 7015. Просто. Помним и скорбим. Мы играем в первом пространстве. 2017-2020. Давай, сейчас Ваня снимать нету. Или это не надо вам снимать? Как хочешь. Мне грустно. Красный и желтый. Ой, я уже творческая мать. Точно. Но я потом с вами грохнусь. Ай, хочешь рекорд моя? Опа, я взлетел. Понятно. Хорошо, я тебе покажу. Даже дождь пошел. Это новый крипер, Ваня. Все нравится? Хорошо, не нравится, сейчас впихнем. Ваня, если хочешь, можешь снимать. Так я и так уже снимаю. Снимаешь уже? Да. Молодец. Мне пока того достаточно, что я снял. Как сделать так, чтобы оно все работало? Так я для себя снимаю. Я понял. Даже кровь сюда поставлю. Просто. Артем Скрим 152. Смена погоды на ясную. Убийство века произошло. Артем Скрим 152. Установлено время 5 100 000. Да заткнись ты, окей, Google. А ты не можешь его выключить? Могу. Так выключи. Все выключил. Перейди в выживалку. Сейчас, подожди. Я хочу вспомнить былые времена. Окей, сейчас. Переходишь в выживалку? Догадаешься, что это такое? А что такое разрешение игрока? Оу, май. Догадаешься, что вот это такое? Догадаешься, что вот это такое? Да, это песок, это край, из края. Кирпич края, камень края. Пожалуйста, перейди в выживание. Поэтому ты мне и хотел это сделать в выживании? Нет, я просто хотел, просто перейди в выживание. Плиз! Сейчас, окей. Я тебе хотел показать последнего моба, который мне понравился больше. Сначала перейди в выживание, потом будешь финиш сдать. Хочешь вот это? Мэй, это лавый куб. Тебе нравится? Ой. Перейди в выживание. Артём, ради меня, перейди в выживание, пожалуйста. Пожалуйста. Мародёр, смотри, у него смешной такой. Обыкновенный. Ну, перейди в выживание. Перешел в выживание? Да.
Чё он? Ой, Артём загорелся. Меч на поджог. Ваня. Что? Я тебя не вижу. Помнишь меч на поджог? Да. Мне не надо этого заново. Уи! Так, Розбийника, уйди отсюда. У нас битва в воздухе. Тан-тара-даран-таран-тан-тара-даран. Все, я ТП хуй. ТП хуй. Да, это жестко. Да, это жестко. Ваня одним кликом пальца убил весь свой канал. Ребята, сейчас... Я очень надеюсь, что завтра все восстановится. Окей, я тоже перехожу в выживалку. Давай, переходи, бомжу. Блин, у меня запись моя вылетела. Угу. Ладно, пофиг, Вань. У меня полсердечко. Почему-то. У меня полсердечко? Ваня, хватит. Давай, беги от меня. Чего? Беги от меня. Битва? Так были времена? Я убил тебя, но ты меня успел столкнуть. Ты где? Я дома. О, да. Да блин, я на сундук нажал, я не видел. Да я по битву, ой, да сундук опять нажал. Артём, дай я дом починю, всё, хватит бит, дай я дом починю. Артём, я дом чиню, не мешай. Да выйди отсюда! И ты тут... Ну нафиг. Артём, дай дом починить. Где у нас еще дырка? Где у нас еще дырочки? Ну нафиг! А можно на Артёма, а не на меня? Все, я дом буду чинить. Он на тебя идет. Эй, больно же. Вдвоем с криперами сдохли, как это можно понять. Они за мной бегать будут? Да. О, да, то. Окей, что тут можно починить? Все, я понял, что тут можно починить. Ну-ка, иди сюда. Так, чиню, короче, ребятки, я буду чинить. Но то, что вы сейчас видели, это не для слабонервных. Угу. Давай, крипер народный, давай, давай. Артём, у тебя там всё в порядке? Всё. С головой? Я всё нормально. Ты уверен? Да. А я нет. Так, сюда мечик, сюда кирочку, сюда мотыгочку. Сюда лук. А то. Не мешай, Катя. То, что вы тут стоите, это глупо. Кто их сюда поставил? А это Ваня. Не умный. Ребят, теперь у меня есть полчища своих криперов, которые за мной теперь ходят. Смотрите, так, вот ремонт идет. Почему шалкеры стали алмазными? Время пострелять между нами. Барыба-упа-упа. Чиню дом. Правильно делай. После Нового года. Угу. Я помню Новый год. Что это за дебильный дом? Кто его такой построил? Кто эту фигню построил? Какую? Нубик в Майнкрафте. Артём, я нашел дом, который построил Нубик в Майнкрафте. Это дом построил на Биг Майнкрафте. Представляешь? Ну нафиг. Я всё слышал. Ничего не... Я всё старался вообще.
Артём, посмотри на Катин дом, который я построил. Посмотри на который... Я понимаю, что ты старался. Ты сказал, что это пчелиный дом. В каком месте он пчелиный? Там стоит... А все остальное Помощный. Снег? Это снежный дом больше, Артём. Так, я ломаю... Я ломаю запах. Он меня носил. Артём, я разрушил мою... Эту. Что ты разрушил? Я разрушил мою базу. Зачем? Надо, чтобы ты туда не лазил. Есть идейка, как это сделать все красиво даже. Сейчас сделаем так, окей. Я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Ничего. Делаем так. Да я так знаю, где эта база, Вань. Главное, чтобы мне опять, Вань, свет не выключили, как в тот раз, Вань. Выключит обязательно. Нет, я в творчестве. Так надо выживалочку перейти. Что, дружеское выживание. Я понимаю, но я сейчас я чиню все вообще-то. Ты сам... Все мы это строили достаточно долго. Да, наверное, достроим. Ой, я нашел так. Вы можете пострелять между нами. Ай-яй-яй, я застрял. Ха. Бдыщ. Артём, нельзя не ходи сюда, разбийника. Я не разбийник, сам такой. Да не ходи сюда. Да пожалуйста, не хочу. Конечно. Так, окей, где у нас бедрок? Вот бедрок. И куда мы полезли? То есть это второй выход. Артём, пожалуйста, ну не лазь в моё убежище. Я ж прошу тебя. Ну иди, разбийник! Что меня пугает? Не ходи сюда! За мной крипер опять ходит. Эй, крипер, иди сюда. Иди сюда за мной. Я нашёл клёвое место. А я беру лопату и все ломаю. Давайте быстрее шагайте, ержаны. Все. Давайте, всё, потух. Ходите, давайте быстрее. И теперь идем на тусу. Пойдемте быстрее, так идем, поворачиваем. И меня не надо сбивать. Да блин, меня зомби напал. Вань, помоги. Помог. Мне? Уже помог, все. Ты меня избил. Я тебе помог. Я говорю, зомби надо было прибить, а не меня. Я тебе помог. Ладно. Так. Забыл, где оно там все это делается. Да? Сейчас, стойте, братаны. Прибить его не хотели? Придется сюда самому все делать. Делаем день. Делаем. Погода ясна. Давай это наш вместе будет. Мой это Катя, я его задру. Блин, я забыл. Короче, Артём, ребята, извиняюсь, что я так тихо говорю. Короче, Артём. Все, я разрушил свой бункер. Я разрушил свой бункер. Больше его нету. Так я вниз мог спуститься, не забывай. Так его больше нету. Братаны, туса отменяется. Я его просто там закопал полностью. То есть я разрушил все, что там находится, забрал все вещи оттуда и ушел. Я переезжаю. Ты меня там спалил, я так что я переезжаю. Конечно!
Я его сделал, не ты. Я его сделал, Артём, я его сделал еще, знаешь, когда? Я его сделал, когда мы начали первый сезон, первую серию выживания с друзьями. Какой? Ну так это ты же мне подарок сделал этот. Ну да, но все равно это же наш. Ну да. Только теперь бункер не наш. Вот этот мой бункер. Зачем я тебе это сказал? Окей. Просто. А ты не думаешь, что нам это дерево тут мешается немножко? Ладно, пофиг. У нас дом в деревьях, короче. Это красиво. Давайте тут еще починим. А куда ты лезешь, мне интересно? Нельзя сказать, куда я лезу. Как будто я не знаю, что там находится. Да, это там, где я здесь бывал. Ну-н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 у-
Ведро ко мне. А? Приходи в раздевалочку, сейчас будет раздеталочка. Забыл в своем желании, но у меня есть кое-что в запасе для мода. То, что я все-таки ждал, что ты пойдешь, но ты не поправил. Поэтому я подготовил кое-что. Артем, ты не знаешь где, ты не найдешь меня никогда в жизни. Почему это? Потому. Артём, набери алмазы, только не взрывай. Где? Набери алмазы, только ничего не взрывай. Нет способа, Артём, базай. Да, и тафу, а фифа, 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 фифа. Договорись, только ты в мой бункер больше не хочешь, а его там и нет. Артём. Артём, здравствуйте. Здравствуйте. Мы из компании Арфлейн. Всегда у меня. Артём, но... Короче, я сделал новый бункер. Где? Не скажу. А ты меня не найдешь. Делаешь? Понятия не имею. Ты куда залез? Объясни мне. Тут ничего нету, не волнуйся. Не, Артём, я тут ничего не делал. Уходи отсюда, разбейник. Твой бункер? Есть вкус. Ты еще Артём, я тут алмазы свои прячу. Я слышал. И не найдешь ты их никогда теперь. А мне не надо. Артём, у меня тут 2 сака. Уже надо. Больше. И вот запрещусь. И уйдёшь. Все, уходим, уходим, уходим. Уходим на этого места, уходим. Вань, помнишь там? Уходим. Уходим.
сейчас сразу брать отсюда. Я сейчас могу просто вам плавать. Артём, не обижайся. У меня просто плохое настроение сегодня. Я понял. Вань, но это мой бункер. Отойди, пожалуйста. Артём, в каком месте твой бункер? Я сейчас делать его буду. А я уже в готовом месте сделал бункер. Где ты там строил какую-то железную... Зачем я это сказал? Не, Артём. Я ничего не делал. Нигде никогда. Там алмазов нету. Ой, кстати, это здесь есть сундук. Да, в сундуке там куча хороших вещей. Там алмазы есть. Есть вкус. Нет, там нет алмазов. Как же 64? А? Там есть алмазы. Нет. В моем новом бункере ничего нет. Там просто фигня стоит, ничего. Где? Кладбище. Ой, давай ты. Кладбище. Давай ты это. Артём, можно я к тебе тпхнусь? Нет. Я все равно к тебе тпхуюсь. Тпхуюсь, Артём. Ладно, я к тебе сам долечу к тебе. Нет, ты что, ты у меня иду делаешь там? Забирай мои алмазы. Хороший же. Хорош? На, забирай мои алмазы, забирай. Все-таки заглянул в мой сундук, да? Заглянул, да? На, забирай свои алмазы. А? Заглянул. Пожалуйста, вот бери свои алмазы, наедайся ими. Хорошо, обедаться. Сейчас обедусь. Закрывай его, Петрок. Да он не в выживании, Катя. И Катя только умеет троллить. Катя, сейчас мы тебя обратно исключим из пандаскрим. Да ладно вам. Ку-ку. Интересно, да, как получается, Артём? Вань, ты где, Вань? Ваня, давай ты там. Я ушёл. Сделаешь бункер, давай. Я ничего не убирал. Артём, ты правда... Ты правда хочешь мои алмазы взять? М? Ты правда хочешь мои алмазы забрать? Я невидимым стал. Ну и ладно. Кать, отстань от меня. Ты понимаешь, что мне глупые идеи даешь? Я, короче, сейчас буду строить домик на дереве. Тебе? Не мне, он тут недостроенный. Я понимаю. А кому? Просто так, чтобы украшение было. Артём, хочешь домик на дереве? Чё? Я домик на дереве строю. О, в смысле? Кать, отстань, пожалуйста. Короче, ребят, это похоже на выживание с другом? Нет, мы не выживаем. Артём, давай выживать. Как я могу выживание перейти, если я всё невидимо? Ты видимый. Я кнопки не вижу. Почему? Приведи меня в живалочку, сделай мне под лавочку, выбери меня и всё изготовят. Артём... Все, ты в выживании? Да. А? Да, Вань, в выживании, только, Вань, где мне выживалочку? А, я стал читером, я теперь все вижу. Я знаю, где под землей что находится. А? А мы? Я знаю, что под землей находится. Сейчас опять продрестаешь. Непобедимым. Ты дрестать будешь, Артём. Сейчас все будет нормально. Ты в выживании? Я сейчас посмотрю. Ага, значит, вот тут вот где-то здесь есть лава. Будем проверять. Ты в выживании? Нет. Ну так перейди. Так я не могу перейти. Попробуй. У меня кнопки не работают. Окей, сейчас попробую сам. Все, мы теперь в выживании. Но я кнопку-то не вижу. Почему? Не знаю. Сейчас увидишь. Окей, сейчас. Сейчас увидишь, Артём, не волнуйся. Блыщ! Увидел? Сейчас
Ну что, видишь все кнопки? Сейчас проверим. Ты... Я перезашел, пока Майнкрафт заработал. Так ты еще не... То есть, получается, ты еще не... Даже не умер. Или умер. Да, я не вижу кнопок. Даже возрождение. Почему? Что произошло-то с твоим Майнкрафтом? М? Батя, походу, вылетел. Нет. Нет? Нет. Ладно. Все, теперь да. Ну, извини, Вань, но там просто такушка... Ладно, ребята, хорошо, что смотрели я про скрим. Я тебе скажу, всем удачи, всем пока, да. Начало было грустное, а продолжения нет. Пока.